Ученики Рыбницкой школы номер 6 выиграли гран-при в австрийском конкурсе социально-экологических проектов. Грант в 2500 евро они собираются потратить на обустройство пляжа в селе Белочи. А пока средства не поступили на счет, вместе с белочинскими школьниками экологический отряд отправился на очистку прибрежной зоны Днестра. Даша и Алина – активисты экологического отряда «Одуванчик». Именно их проект выиграл грант на 2500 евро в конкурсе, который провела австрийская организация. Девушки говорят, идея пришла, когда они гуляли по берегу Днестра. В этом проекте мы показали на береговой линии именно Днестра, потому что она на сегодняшний день больше всего загрязнена. И показали мы на примере реки Царское село. В этом проекте мы рассказали, какие у нас есть проблемы и как их надо решать. Например, это привлечение массы населения к этой проблеме, проводить акции, как мы сегодня это проводим. Викторины, конкурсы. Пока деньги не поступили на счет, коллектив 6-й школы продолжил бороться с проблемами экологии своими силами. Совместно с учениками учебного учреждения села Белочи ребята занялись очисткой прибрежной зоны берега Днестра. Я считаю, это гражданская позиция. Я хочу лично жить в чистой стране. Я хочу, чтобы когда я приеду отдыхать в лес с друзьями или с родными, я хочу, чтобы это было чисто. Не смотреть на бутылки, а смотреть на красивую и зеленую зелень. Цель одна, чтобы воспитать у детей бережное отношение к природе. В данной ситуации к природе. Потому что, я думаю, сегодня, поработав, убрав море мусора после кого-то, когда они поедут отдыхать, они уже не сделают такого. То есть они не выбросят ту бутылку, бумажку. Потому что понимают, что нужно оставлять после себя порядок. В будущем на выигранные средства экологический отряд 6-й школы планирует обустроить на берегу Днестра у села Белочи детский пляж. Елена Дьяченко, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко, Первый Приднестровский телеканал.